Второй день недели российского ритейла. Мы разговариваем с нашими гостями. Кроме ритейл-участников, у нас еще и финансовые институты присутствуют в кадре. Дарья, расскажите, почему вы пришли на форум, какие цели преследуете, какие у вас ожидания от всей недели? Здравствуйте, я представляю департамент IT и инноваций Газпромбанка. Мы активно сотрудничаем с ритейлом по таким направлениям, как магазины будущего, ритейл будущего. Соответственно, очень хочется быть в курсе новых технологий, а форум как раз позволяет познакомиться со всеми новинками, которые есть на рынке. А вам в целом что более интересно, деловая программа или экспозона, сами компании, которые, сами бренды, которые здесь представлены? В рамках деловой программы у Газпромбанка есть отдельная сессия. На ней выступают наши партнеры-ритейлеры и рассказывают про проекты, реализованные Газпромбанком в сотрудничестве с ними. Соответственно, очень интересно послушать коллег, посмотреть, какие проекты были реализованы. А выставка очень интересна с точки зрения того, что здесь сейчас присутствует множество инновационных проектов. Можно со всеми познакомиться, посмотреть, из чего состоят их проекты, иногда даже потестировать прямо на площадке форума, соответственно, договориться о каких-то дальнейших встречах и возможности взаимодействия. Как вы думаете, почему на таком рынке, как ритейл, где очень важна оборотка, выручка, кредитование этой оборотки, так мало присутствует финансовых институтов? Вот вы одни из первых, кто нам попался. Почему вас так мало из финансовой среды здесь? Я думаю, что просто сам форум таргетируется больше на ритейлеров. Любому представителю финансовой организации, думаю, было бы очень интересно поприсутствовать на этом форуме, потому что мы можем посмотреть, на каком этапе развития находятся наши партнеры, наши клиенты, именно крупные ритейлеры. То есть я бы очень советовала будущим коллегам из банков тоже сюда приходить и наблюдать, что здесь происходит. Спасибо большое. Такие мнения звучат на неделе российского ритейла. Не переключайтесь, скоро включение с новыми гостями.